Прадо 150. Автомобиль из автосалона. Пробег 85 километров. Владелец захотел Android без замены штатного устройства и без доустановки интерфейса. Решение CarPlay Box от компании OvNice. 4 плюс 64 памяти. Доступен весь функционал магазина Play Market. Возможно, установка сим-карты. Вот так вот выглядит интерфейс. Вот так вот выглядит приложение. Приобрести можно устройство на Горбунова 12 в компании Multimedia Laboratory.